Актуальні питання, чіткі відповіді. Спитай у політика про те, що хвилює. Когда в Украине начнется строительство новых заводов, появятся новые заводы, когда на этих заводах будут рабочие места образовываться для украинцев, а не для приезжих. Начнут строить новые заводы тогда, когда начнут верить в Украину. Пока все инвесторы в Украине отечественные, как бы их ни ругали, ни называли, олигархи, финансово-промышленные группы, но пока только они строят. Никто не верит в Украину. Пока власть не изменится, никто ничего не построит. Потому что власть что показывает? Что 4,5 года идет война, власть подписывает 2 Минских соглашения, не выполняет их и не требует от других выполнять эти соглашения. Соответственно, денег нет, экономики Донбасса нет. Надо приходится все время занимать деньги. Кто же будет давать сюда инвестиции? Это первый вопрос. Если страна должник, страна почти банкрот. Потом все смотрят, много иностранцев приезжают и послы, и мы встречаемся со многими. Они говорят, ну все смотрят, как работает полиция. Сегодня они там сжигают российские банки. А завтра они скажут, нам не нравится французская буржуазия, сожжем французский банк. Послезавтра американский. И не будет порядка, не будет доверия к стране, никаких инвестиций не будет. Вся молодежь уезжает. А пенсионный фонд, все хвастаются, все перевели 8 миллиардов долларов, наши заработчане заработали люди нелегким трудом. Деньги перевели 8 миллиардов в Украину. Да, но Украина недополучила 2,5 миллиарда пенсионный фонд долларов. На всякий случай это 70, почти 70 миллиардов гривен. Вот эти 70 миллиардов пенсионеры Украины недополучили. Это пенсионный фонд. А недополучили 20% подоходного налога. Это еще 65 миллиардов. Это зарплата врачей и учителей. Если в регионе зарплата, допустим, в Донецкой области средняя 10-14 в Киеве, значит и цены на рынке, под эту, на рынке в широком понимании этого слова, и цены, соответственно, под эту зарплату. Поэтому работники бюджетной сферы, которые получают зарплату от местных советов, безусловно, должны получать зарплату близкую к среднему по той или иной области. И сразу видно будет, кто в стране работает и как. Установка газового счетчика как участнику боевых действий. Я уже не прошу бесплатно. Сделайте мне в рассрочку. Весь мир работает в кредитах. Сразу я не могу заплатить, потому что у меня пенсия 3000, а счетчик установка стоил 3500, а сейчас уже 3800, когда стоил 2800. Вот это я собираю по капельке. Пенсионерам неохотно дают кредиты. Пусть наш уважаемый пенсионер пришлет на ваш канал свой точный адрес, мы поможем. Именно в этом конкретном вопросе. А так газ нужен, газ продают. Газовая компания. Газовая компания должна учитывать, сколько она продала, так пусть она и поставит счетчик. Другого пути нет. Когда говорят там, предпринимателям, нужны кассовые аппараты. Безусловно, нужны. И никто в мире не работает, а без кассовых аппаратов. И там еще есть ответственность для покупателя, который отказался от чека. Но кому нужен кассовый аппарат? Он нужен на фискальной службе. Так пусть фискальная служба купит 2 миллиона аппаратов и раздаст их предпринимателям. Так же и в этом случае со счетчиками. Газовая компания в состоянии. А нас показывают там 25, какие молодцы, Укргаз, 25, Нефтегаз Украины, 25 миллиардов прибыли. Так купите пенсионерам счетчики, если у вас такая прибыль. Это будет один раз и навсегда, и качественный учет. Меня волнует вопрос о государственном регулировании цен на продукты. Цены разные и по областям Украины, разброс большой, и по магазинам одного и того же города. Каждый магазин цену какую хочет, такую и ставит. Хочется государственного влияния на цены, хотя бы на основные продукты питания. Могу вас огорчить, никакого государственного регулирования уже не будет, оно невозможно. Единственное регулирование, которое возможно, это конкуренция. Местным советам надо смелее и быстрее давать оформить, давать разрешение на открытие продовольственных магазинов, особенно большой вместимости. И нужно требовать белую зарплату, безусловно,
соответственно, и повышать уровень доходов. Никакого регулирования, к сожалению, в мире уже не осталось. Цены должен отрегулировать рынок, но это не значит, что нужно спекулировать. А спекуляция из-за низкой конкуренции. Потому что нет в достаточном количестве торговых сетей, которые способны конкурировать между собой за покупателя и тем самым снижать цены. Пока этот вопрос будет разбираться, вот в октябре месяце в Кабмине, тут здесь вторая составляющая, что сами сети, которые есть, они еще задерживают расчеты с поставщиками до 2-3 месяцев на хлеб и молоко, у которых там от 3 до 7 дней сроки хранения. То есть и тут много проблем, к сожалению, но госрегулирование, как правило, это фикция, во-первых. Никто на самом деле не регулирует, а только создает, как говорится, почву для коррупции тех, кто приходит проверять вот эти так называемые регулируемые цены. За счет чего их регулировать, если сырье и материалы для всех продаются одинаково? Поэтому только конкуренция порождает качество и, соответственно, влияет на ценообразование. Вот пенсионный пойти, по любому вопросу нужно занимать очередь в 5 часов. А потом в 10 часов, примерно в 11, только 10-й проходит, 11-й. Так же точно и в отделе субсидий. И вот мне нужно было пенсионным получить справку. Я хотела узнать, какая у меня пенсия на сегодняшний день. Я 2 месяца хожу, ничего не могу добиться. В понедельник позвонила уже в Киев. Не знаю, какой результат будет теперь после Киева. Вот не могу, меня таскают из одного кабинета в другой, из одного кабинета в другой. А до этого у них была моя трудовая, они полгода искали мою трудовую. Ну, видите, мы только поднимаем этот вопрос, что в пенсионном фонде работает больше 100 тысяч человек. Получается, если взять всех пенсионеров, то в год на каждого пенсионера, на каждого сотрудника приходится 130 пенсионеров. Получается, что даже не каждый день на одного сотрудника один пенсионер. Ну, на самом деле это бардак. Давайте жалобу отправьте на канал, мы разберемся, будем просить городское руководство областное, чтобы людей не унижали. Уже мы говорим о реформах. В Эстонии, когда просят сейчас, я был недавно, просят справку бумажную, уже никто не понимает вообще, о чем идет речь. Уже все там, у всех, кто не умеет пользоваться компьютером, есть дети, внуки, которые получают любые разрешительные документы или справки в электронном виде, и в электронном виде их отправляют, не выходя из дома. Обязательно этой проблеме уделим внимание. Мариуполь находится в тупике. Мне за последние полгода была необходимость съездить в Киев где-то около 10 раз. Мариуполь не имеет нормального соединения, ни железная дорога, это 17 часов минимум, ни автомобильная. Это трасса до Запорожья, которая не называется трассой. Ну, я сам родом из Мариуполя, я ездил много по этой трассе. Правильно вы сказали, что это совсем не дорога. Я думаю, ничто не мешает сейчас при формировании бюджета следующего года заложить новую авто- и ЖД-магистраль между Запорожьем и Мариуполем. По крайней мере, мы со своей стороны будем давить на все возможные рычаги, чтобы такая дорога состоялась. Сегодня Мариуполь – это главный город Донбасса.